Молчалив или очень заносчив, испортит веселье. Рождество — это праздник, в который нельзя быть таким. И коллеги гадают, кто первым стучит в его двери. Он не любит декабрь. А может, не будем? Черт с ним. Ну, нельзя не позвать. На банкет нужно всем коллективам. Ну, сама и зови. Не пойду. Почему сразу я? А давайте имейлом. С какой-то картинкой красивой. Ну, как в прошлом году. Посылай, раз идея твоя. Он читает имейл и насмешливо смотрит на двери. Молодцы, пригласили. И молится, чтоб не пришел. Снег кружит за окном, и он пишет в ответе: «Спасибо. Жаль, я занят сегодня. Друзья приглашают за стол». «У него есть друзья?» — начинают хихикать коллеги. Но уже через час забывают о нем наконец. Он ушел незаметно и скрылся под сводами храма. Взгляд коснулся иконы. Минуло столетие, отец. «Я живу по-другому. Молюсь, помогаю бездомным. Я пожертвовал денег больнице и детским домам. У меня живет кот. Подобрал его прошлой зимою. А еще крошки хлеба люблю выносить воробьям. Я сумел научиться любить это странное солнце. А еще этот дождь и какой-то нелепый туман. Только снег не люблю. Этот звук, как вчера его помню. Ты мне веришь, отец? Я исправил свой каждый изъян». Но в ответ тишина. Лишь метель завывает снаружи. Его губы дрожат. «Ну, пожалуйста! Я ведь другой!» Он сорвался на крик. «Прекрати! Не могу это слышать! Этот снег! Это небо крошится опять подо мной!» Он уходит в метель. Молча ловит такси и рыдает. У подъезда шофер тормозит. «Эй, приехали, друг! 25 за проезд и совет. Научись жить как люди. Если небо крошится, лишь падшие слышат тот звук». Стихотворение Дикона.